Бывший муж Ксении Бородиной стал ей угрожать компроматом. Телеведущая и Курбан Омаров развелись почти 2 года назад. Разошлись они без судов, раздела имущества и выяснения отношений. Лишь недавно Бородина рассказала, что именно стало для нее последней каплей. Она подозревала его в неверности, поэтому наняла человека, чтобы тот проследил за Курбаном. В итоге Бородиной предоставили фото мужа с другими женщинами, так что у нее не осталось никаких сомнений. Телеведущая сразу же выставила экс-супруга из дома, а все общение с их общей дочерью попросила совершать через няню. Откровения Бородиной задели Курбана за живое, поэтому он открыто пригрозил телеведущей. «До сих пор про меня говорит. Уже ведь 2 года прошло. Походу, опять какое-то интервью вышло, где я снова негодяй. Счастливый человек никак не угомонится. Как думаете, может быть, мне пора ответить?» – спрашивает Курбан у поклонников.